Приветствую всех, друзья! До боя Хабиба и Тони Фергюсона остается все меньше и меньше времени, а внимание к нему все больше не только от фанатов, но и в том числе от известных бойцов. Так как вполне вероятно, победитель этого боя будет считаться лучшим бойцом легкого веса в истории UFC. На моем канале уже выходило несколько выпусков с прогнозами от бойцов, и все они вызвали среди вас большой интерес. Поэтому я решил для вас составить очередную порцию последних и свежих прогнозов от известных бойцов. Не забывайте поддерживать этот выпуск лайком, и всем приятного просмотра! Хусейн Халиев. На 90% уверен, что Тони не соперник Хабибу. У него не было таких оппонентов, которые могут бороться на протяжении 5 раундов. Нурмагомедов способен выдержать всю дистанцию. Он очень уверен в своей борьбе, что позволяет ему хорошо чувствовать себя и в стойке. В то же время его оппоненты нервничают, ведь могут в любой момент пропустить тейкдаун. Из-за этого они вынуждены пятиться назад. Это происходило как с Макгрегором, так и с Эдсоном Барбозой. Дастин Порье. Это интересный бой. Буду рад увидеть его. Тем более, учитывая то, что они много раз должны были встретиться в прошлом. Думаю, Тони может доставить проблем Хабибу с его ударами локтями со спины и благодаря своей непредсказуемости в стойке. Сумасшедшими кувырками – все это очень странные штуки. Но как только руки Хабиба обхватят Тони, я не думаю, что Фергюсон сумеет выбраться, если честно. Думаю, Хабиб победит. Посмотрим. Эдсон Барбоза. Это будет классный бой. Очень захватывающий. Это хороший поединок для Хабиба и для Тони. Стиль Фергюсона все меняет. Думаю, он должен быть фаворитом, потому что его ударная техника лучше. Он более изобретателен. Все знают, что умеет Хабиб. Знают о его сильных сторонах, но не могут с ним справиться. Чувствую, что Тони может это исправить. Чак Лидл. Я ставлю на Тони в этом поединке. Гляньте на оппонентов Хабиба. Все его соперники выдыхались за 3-4 раунда. У Тони нет никаких проблем с выносливостью, и при этом он очень хорош в партере. Безусловно, большой вопрос о травмах Тони. Но если убрать все это, то я считаю его фаворитом. Дилан Деннис. Очень интересный поединок. У него будет много проблем с Тони в партере, потому что Тони всегда двигается и бьет локтями даже лежа на спине. У него очень активный гард. Давать прогнозов в этом бою, как подбрасывать монетку. Сложно предугадать победителя, но поединок будет выдающимся. Я очень хочу его увидеть. Эдди Браво. Бесспорно, Хабиб является одним из лучших в своем деле, но нас он ничем не сможет удивить. Толстый Хабиб не сможет потрясти Тони в стойке, а даже если он его переведет, Конор смог подняться. Неужели вы думаете, что Тони, который часами борется и никогда не устает, не сможет встать? Я предполагаю, что уже после первого раунда лицо Хабиба превратится в фарш. Тони в лучшей форме за всю карьеру. Остается только вывести его на пик. Мы работаем над партером, но вы сами прекрасно знаете, на что способен Тони в позиции снизу с его секущими локтями. Кроме того, мы работаем над кардио, потому что собираемся прессинговать Хабиба. Вы впервые увидите Нурмагомедова в таком положении. А если Хабиб отдаст голову, как это было в поединке с Порье, то он и такое не прощает. Шон Бранч. Хабиб изобьет его и одержит победу. Он сделает это в своем стиле, словно зверь. Он хорошо подготовится и заберет победу. Он все тот же скромный парень, у которого появилось больше денег и фанатов, но он все тот же. Кевин Ли. Кто станет победителем? Я вижу Хабиба победителем. Я считаю, что в лучшей форме Тони Фергюсон был в бою со мной. Теперь он показывает небольшой спад. Становится немного медленнее и старее. Если он сейчас не на пике, как в 2017 году, то я просто не вижу, как он его побьет. Но он ветеран, так что наверняка уверенным нельзя быть. Камару Усман. Для начала я просто хочу, чтобы этот бой реально состоялся. Я думаю, это будет легко для Хабиба. Я считаю Тони Фергюсона очень талантливым, у него большой арсенал. Но также я считаю, что он делает много ошибок. У Хабиба будет много возможностей в борьбе. Я ни в коем случае не принижаю навыки Тони. У этого парня 12 побед подряд. Но повторюсь, он совершает очень много ошибок, которым Хабиб воспользуется и победит его. Энтони Петтис. Буду рад увидеть, как сложится их поединок. Думаю, Тони очень креативный стиль. Я дрался с ним, бьет локтями, очень крепкий. Я бил его, наносил тяжелые удары с правой, сломал руку о его голову. Но он просто из тех парней, что всегда находит способ прикончить соперника. Это странно. Мы знаем, что может показать Хабиб, но Тони очень хаотичный. Посмотрим, как пройдет их бой. Друзья, не забывайте также делиться и своими прогнозами в комментариях. Будет интересно почитать, что вы думаете насчет этого боя. Также всем спасибо, кто досмотрел этот выпуск до конца. Поддерживайте его и лайком. Ну и до заветной цифры в 200 тысяч подписчиков остается совсем немного. Давайте попробуем добить ее, нажав на кнопку подписаться. Всем пока!